Приветствую вас, дорогие мои, с вами Жанна Фетисова. Сегодня я хочу вам рассказать, каким образом и где я нахожу дополнительные скидки. Они могут называться тайными, скрытыми. Как маркетолог по второму высшему образованию, я могу лишь только предполагать, что данная система, не включающая открытые скидки, всего лишь недосмотр. Просто не хватает рук у работников сайта iHerb, и я уже писала об этом письма, и они мне отвечали, что да, многие акции не успевают сниматься, многие акции продлеваются по той причине, что они просто не успевают их снять, переименовать, перешифровать и переписать код. Ну, сейчас я хочу показать вам, как я нахожу эти скидки, где и каким образом они работали ранее и что теперь нужно сделать. Сейчас произошел некоторый ребрендинг сайта, и теперь убрались вот отсюда все кнопочки с акциями, товарами и так далее. Что мы сейчас видим при заходе на iHerb? Вот она, главная страница. Это в первую очередь самые выгодные предложения, то есть скидки. Для того, чтобы найти вот эти самые подразделы, товары бренда, тема о здоровье, специализированные разделы, вам нужно навести вот на эти три полосочки. Что нас интересует с точки зрения скидок? В разделе «Лучшее» перечисляются самые ходовые товары, на которые очень хорошие отзывы. Как вы видите, везде 5 звездочек заполненных или 4 хотя бы с половиной, а это значит топ положительных отзывов очень высокий. При общем количестве, например, 802 отзыва, 4,5 балла, это очень-очень высоко, то есть 559, вот как вы видите, из них, да, положительных. И вот таким образом, нажимая на звездочки, вы можете посмотреть топ положительных, топ отрицательных отзывов. Критические они называются, вот они. Что здорово, на iHerb не удаляются критические отзывы, какие бы жуткие они не были, естественно, если они некорректным языком, я имею в виду с точки зрения лингвистики, да, написаны, естественно, они проходят отбор, но ничего не меняется. Я писала отрицательные отзывы и положительные отзывы, все как есть публикуется. Итак, где же искать те самые товары, на которые есть дополнительная скидка, совместная покупка, дополнительная скидка по промокоду? Они на первой странице, обратите внимание, это батончики различные, вкусности для спортсменов, для тех, кто следит за фигурой. И это вот сейчас, например, до 14 февраля, эта скидка действует на отличную косметику, Азелик она называется. Давайте посмотрим, как она выглядит, вот так. Это веганская абсолютно, безглютеновая продукция, очень-очень сейчас популярная, чистейшая, на нее нет практически ни у кого аллергии. Косметика это не так давно на сайте iHerb, но отзывы очень-очень хорошие. Значит, вот в этих разделах представлена не вся продукция, вот тут внимание, не вся, только та, на которую скидка, то есть не целиком бренды распродаются, а только частично. Это избранные товары из данного бренда. Вы можете, просто положив их в корзину, в итоге у вас получается, что вот вы, допустим, добавляете, ну, к примеру, вот так, блеск для губ, да, и он у вас в корзине получается уже, давайте посмотрим, он у вас получается со скидкой 10%. И тут внимание, откуда же взялась вот эта еще одна дополнительная скидка под названием промокод и еще сверху 10%. Я скажу вам откуда, ребята, я открытие для себя такое сделала. iHerb Brands 10. You received 10% of your iHerb Brands order. То есть, представляете, это еще 10% сверху. Вот поэтому промокоду. Я оставлю вам ее в описании к этому видео. Вы, пожалуйста, внесите этот код сразу же, на всякий случай. И все-таки, несмотря на то, что по реферальному коду действительно скидка только для первого заказа, я советую вам пока продолжать все-таки вводить код GEN1418. Вот он у меня тоже введен. Вот один код, вот второй, да. И я так понимаю, что, возможно, не все акции, которые нам говорят, что они отменены, поэтому я советую вам все-таки вводить код и новым, и старым покупателям. Итак, этот код, о котором я вам только что говорила, iHerb Brands 10, еще дает дополнительную вот такую вот скидку к вашему заказу. Ребята, делюсь с вами, потому что пользуюсь сама. Все открытия буду вам обязательно сообщать. Таким образом получается, что любые товары, которые я складываю в корзину, которые даже не находятся ни в каких распродажах, но это бренды, которые продвигает непосредственно iHerb,
они получают вот такую вот скидку. Называется промокод, и дальше 10%. То есть вот эти 10% скидка – это по акции, которая на первой страничке. Вот эти, да? Название скидки, промокод и дальше сумма в 10% дается уже вот по этому самому промокоду. Далее, друзья мои, происходит вот такое вот странное чудо. Например, если мы добавляем в корзину антивозрастную маску с активированным углем и глиной, на которую якобы нет никакой скидки, вот видите, смотрите, нормальная цена. И некоторое время назад, ну буквально, может быть, пару-тройку месяцев назад, здесь внизу под, собственно, описанием самого товара, вот он сам товар, да, и чуть ниже, было название «Совместная покупка». То есть вы могли что-то плюс что-то, что предлагает вам iHerb. То есть вот, например, Mother Labs бренд, это шампунь, он продвигает это бренда iHerb. Он добавляет в акционном товары еще что-то и дает скидку. Но вот здесь они просто сложены по общим ценам, и теперь они называются часто заказываемые товары. Однако, если положить все вот это в корзину, все бренды, которые продвигает iHerb, действует тот самый код, вот он, промокод, хотя они не в распродаже, смотрите, вот они, 10% отразилось. А на товары Azelik, которые сейчас стоят в официальной распродаже на первой странице, я вам только что показывала, сработала по невероятной совершенно причине совместная покупка со скидкой почти в 600 рублей на единицу товара. Вот эта самая маска антивозрастная с активированным углем, глиной и азелаиновой кислотой, очень хорошая, с отличными просто отзывами, вместо 1176 рублей будет стоить мне 469,98. Я в шоке. Возмущаться можно по этому поводу долго, особенно мне как маркетологу, да, непонятно, почему это не заявлено в акциях, почему мы должны сами вот это искать, но раз уж я вот это нахожу, я буду делиться с вами. Также пробуйте, пожалуйста, смотрите, из раздела вот этих вот самых скидок, вот этих скидочных товаров, которые на первой странице, заходите на конкретный товар, смотрите в разделе «Часто заказываемые товары» под самой фотографией и описанием. Кстати говоря, обратите внимание, вот они, сроки действия указаны под каждым товаром. Это очень удобно. И размеры, если вы не знаете, как это будет выглядеть, да, какого это размера, какая будет ваша посылка, вы примерно можете рассчитать. Итак, смотрите, вы заходите на какой-то акционный товар, выбираете себе что-то, смотрите часто заказываемые товары и пробуйте положить это в корзину. Далее вы можете убрать из корзины, например, то, что вам не надо из этого набора. И ваша совместная покупка все равно почему-то сохранится. То есть для совместной покупки достаточно двух товаров. Также вы можете поменять один товар, менее нужный вам, естественно, на другой. Ну, например, более дешевый. И как еще можно уменьшить стоимость вашей посылки? Это вы заходите в пробные товары, находите здесь какой-то бренд из тех представленных в распродаже и просто заменяете совсем недорогим для компоновки вот этой самой совместной покупки. Пробуйте, ребята. Это получается действительно очень-очень выгодно. Кстати говоря, на Real Techniques сейчас 10% скидка. Обращайте внимание на вот так предложения. Вот здесь чуть ниже проматываете. И вот он, вуаля, Real Techniques. Кто хочет сейчас заказать кисточки, самое-самое время. Видите, скидка есть 10%. Я пока еще совместной покупки среди Real Techniques такой скрытой не нашла. Если найдете вот таким вот образом, ну, то есть вот как я вам показала. Ну, смешно, конечно, забавно, но если кто-то хочет вот этим заняться, вот видите, не отражается, просто 10% скидка. Но бывает так, что отражается. Например, смотрите, есть протеиновые батончики California Gold Nutritions. Они тоже сейчас в распродаже. При вот таком вот наборе опять же отражается совместная покупка и бешеная-бешеная скидка. Смотрите, какая. То есть вот так это выглядит. Совместная покупка, и вместо
1176-11, целых 12 батончиков протеиновых, арахисовая паста, шоколадная крошка без глютена. Очень они вкусные, будут стоить, вставляете, вот так вот, 497-12. Ребят, у нас в фитнес-клубе один батончик такой 100 рублей стоит. Получается совместная покупка. А знаете, с чем я его скомпоновала? Madre Labs Омега-3 премиум-класса, целых 100 капсул. И, как вы видите, мало того, что еще была огромная скидка 60% на те самые батончики, еще и на этот самый рыбий жир тоже 10% по промокоду. Поэтому, друзья мои, не забывайте, пожалуйста, вводить вот этот вот самый код. Я оставляю вам его в описании. Товары эти пробовать, заменить вы можете даже из серии пробников. Например, маленькая шоколадка из пробных товаров дает, ну, здесь скидка написана, пробные товары. По той же самой выгодной цене, и ничего не изменится в совместной покупке, если мы даже уберем более дорогостоящее средство от Madre Labs, например, вот так удаляем. Видите, совместная покупка осталась, потому что теперь эти батончики скомпоновались. California Gold Nutrition, батончики Gold Bar. То есть при компоновке одноименных брендов в разделе распродажа или даже вне распродажа может возникнуть вот такая вот совместная покупка. А также при компоновке вот этих самых брендов из раздела распродажи с любым брендом, который продвигает iHerb, Madre Labs, California Gold Nutrition, различные бренды. В основном бренды, которые продвигает iHerb, находятся в пробных товарах. То есть это и есть их способ продвижения. Поэтому пробуя скомпоновать в начале со страницы общий набор, который вам предлагается, и потом удаляя постепенно дорогие товары, компоную вот с этими, которые со спробной страницы, возможно, вы получите тот же самый прекрасный результат и огромную-огромную скидку. Но это, по крайней мере, моя находка и мой способ сэкономить и приобрести то, что я хотела приобрести, с очень-очень хорошей скидкой на сайте iHerb. И также обращайте внимание, пожалуйста, вот на эти названия. Скидка дня. Так, самые выгодные скидки на первой странице. Раз, два, три. Бесплатная доставка по России через пункты Боксбери от $60 США. Пролистывая вот эту полоску активную, вы получаете в итоге все возможные бренды, на которые точно будет скидка, и которую вы, скорее всего, сможете скомпоновать. Получите, как вы уже поняли, совместную выгодную покупку. Спасибо вам огромное, что вы были со мной. Я надеюсь, что-то полезное для вас сегодня вы услышали. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока!